Из-за непогоды часть праздничных мероприятий в честь Дня города и района была отменена. Но это нисколько не испортило настроение славянцам. Им было на что посмотреть. На Театральной площади прошел фестиваль казачьему роду «Нема приводу». Самобытные и душевные кубанские песни не подвержены капризам моды. Идет год за годом, и все новые поклонники народного творчества обращаются к этому удивительному песенному источнику, чтобы найти в нем мысли и чувства, созвучные собственному сердцу. И это удается сделать благодаря таланту наших исполнителей. Задушевная песня народного мужского ансамбля «Самородок» встретила славянцев, пришедших на Театральную площадь города на концертную программу «Казачьему роду нема переводу». Самобытное творчество лучших славянских артистов популяризирует казачью песню как одно из самых ярких проявлений традиционной культуры Кубани. Все казаки нашего ансамбля объединились под знаком музыки, любви казачьей песни. И вот это нас объединяет на протяжении уже 4 лет. Ансамбль молодой, мы считаем, но уже обширная программа наша и народные песни, и патриотические песни, которые воспитывают любовь к родине, любовь к нашей Кубани. И, конечно, к городу Славянскому Кубани. Участники концерта в силу своего таланта постарались сделать все, чтобы, совершенствуя казачье исполнительское искусство, показать его во всей силе. Нам это нравится. Мы собираемся, это как отдушина такая. А когда звучат веселые песни, особенно казачьи, это вот прямо аж поднимает дух боевой такой казачий. Хочется дальше идти на работу, то есть уже какие-то будни уходят в сторону. Ну, в общем, нам это нравится, и мы думаем, что мы несем в массу любовь вот к песне, к вот искусству нашему, казачьему. Потому что немножко традиции как-то где-то были потеряны, сейчас они возрождаются. Замечательные голоса есть в нашем муниципалитете. Многие самодеятельные исполнители дружат с песней с самого детства и проходят с ней через всю жизнь. Песня действительно помогает им на жизненном пути. И коня могу, не бойся, он всегда со мной. Он спасал меня от смерти, я тебя одной. Это созвучно нашим семейным традициям. Я сама из казачьего рода, истинные казаки, мои предки здесь жили на кубанской земле. У меня есть в альбоме фотографии, где стоит мой прадед с шашкой, в красивой одежде казачьей. Вот. И, конечно, это все уходит далеко от нас. И не хочется это все терять, хочется возрождать, хочется петь и передавать это нашим детям и внукам. Хорошая песня поднимает настроение. И особенно приятно, когда зрители сопереживают и близко к сердцу принимают твое исполнение. Благодарными аплодисментами поддерживали они талантливых певцов. Мне очень понравилось, как они пели. Я была от души рада этому все. Прямо вот настроение такое прямо восхитительное, очень даже прекрасно. Неравнодушие к казачьей песне, к самобытному народному искусству заслуживают самых добрых слов. Завершилась концертная программа вручением дипломов и памятных подарков всем участникам. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».